Всем привет, с вами Айгуль Аристанова, бизнес-мама. Я являюсь активным партнером компании Elysium. В предыдущем видео я вам рассказывала о кратком обзоре нашей компании. Сегодня я хочу более подробно остановиться на нашем маркетинге. Elysium, с нами только вперед. Итак, начнем. У нас матрично-бинарный маркетинг. Начнем с матриц. Всего у нас 4 матрицы. Вот здесь вы видите скрин с кабинета. Я хотела вам наглядно показать, как это выглядит в кабинете. 4 матрицы. Первая матрица старт стоимостью 0,01 биткоина. Вторая 0,015 биткоина. Третья матрица стоимостью 0,03 биткоина. И четвертая 0,06. Как начисляется доход в матрицах? Очень часто задают вопросы, откуда компания берет деньги, откуда нам начисляется доход, с каких средств компания выплачивает нам деньги на кабинет, откуда все это берется. Так вот, смотрите, в нашей компании маркетинг коротко можно назвать 5.95, то есть 100% наших средств уходит, распределяется между участниками. У нас ни 1%, ни 1 рубль не уходит в карман администрации, как бывает в некоторых компаниях. Итак, смотрите, матрица выглядит вот именно так. Семиместная матрица, во главе которой, как только зарегистрируетесь, встаете вы. На первой линии два места для ваших партнеров. На второй линии 4 места для ваших партнеров. Итого 6 партнеров вам нужно пригласить для того, чтобы закрыть матрицу. На первой линии с каждого партнера вы получаете по 5%. То есть как только вы зарегистрируете человека, вам упало же сразу же, вот за первого человека 5%, финансы зашли, увидели. За второго человека еще 5%. Как только вам начнут падать партнеры во вторую линию, вы получаете с каждого по 95%. У нас есть такое понятие, как переливы. То есть помимо того, что вы будете активно приглашать себе лично приглашенных личников, да, как мы их называем, помимо этого, вам могут в матрицу упасть партнеры сверху от вашего вышестоящего спонсора. Но я рекомендую на переливы не надеяться, потому что многие иногда, услышав слово переливы, думают, ага, халява, приду, сяду и буду получать деньги. Да, будете, но не в тех количествах, которых хотелось бы. Вы, наверное, ищете в интернете именно тот бизнес, который будет приносить вам доход такой, что вам не надо будет работать. Тогда нужно будет приложить усилия. Как в любом бизнесе, да, нужно что-то делать для того, чтобы получить деньги. Так и здесь нужно будет приглашать активных партнеров в свою структуру. Принцип, основа нашей работы – это построение партнерской сети. Поэтому не останавливайся на том, что пригласили двух, трех. Приглашаем столько, сколько можем. Почему? Потому что чем больше у вас будет лично приглашенных партнеров, тем больше и быстрее вы будете зарабатывать. Итак, вернемся к доходу. Я уже сказала, что с первой линии вы получаете с каждого партнера по 5%, со второй линии с каждого по 95%. Итого у нас, если все это суммировать, получается с одной матрицы, с закрытия одной матрицы, вы получите 390% прибыли от суммы входа площадки. Круто, правда? И также хочу подчеркнуть, что этот доход, эту прибыль вы получите не тогда, когда закроется матрица, а потом только все начислится. Нет, у нас начисления идут сразу. Как только партнер падает на свое место в вашей матрице, вам сразу же за него начисляется доход, и вы можете этим доходом уже воспользоваться. Как я уже ранее сказала, у нас 4 матрицы. И когда вы приходите в компанию и вам рассказывают про маркетинг, да, вам, соответственно, все, вот как я сейчас рассказываю, что у нас есть 4 матрицы, можете зайти на одну матрицу, то есть начать с малого. Некоторые, даже имея финансовую возможность, заходят на одну матрицу, потому что, ну, просто хотят попробовать свои силы, попробовать, работает ли, проверить все это. А некоторые сразу, серьезно настроенные, активные партнеры, заходят на 2 и более матрицы. Чем это выгодно? Ниже приведены цифры, где видно, что если вы активируете только одну площадку, старт матрица, да, стоимостью 0,01, вы получите доход, согласно маркетинга, 0,039 биткоина. Но если вы прокупите, например, 2 площадки, вот посмотрите, второй пункт, ваше общее вложение будет составлять 0,025 биткоина, но при этом выхлоп будет 0,0975. Разница во входе в
сумме входа небольшая, зато в сумме выхода значительно отличается, буквально в 3 раза больше. Если просмотреть третий пункт, где указано, что вы можете приобрести 3 площадки, да, вам нужно будет сравнить вот с суммой входа во втором пункте, да, 0,025. Если прокупите 3 площадки, вам всего лишь нужно будет вложить 0,055 биткоина, но при этом итого дохода вы получите 0,2145. Вот посмотрите, как отличается сумма выхода, сумма дохода, вернее, от второго пункта. Очень явная разница, поэтому я рекомендую, когда вы придете в компанию, да, и будете выбирать, решать, на сколько матриц идти, вспомните этот слайд. Чем больше вложите, и тем больше получите доход. Например, смотрите, принцип нашей работы – построение партнерской сети, я уже говорила. Если вы будете приглашать, например, зашли сами на одну матрицу и будете приглашать на одну матрицу, да, конечно, вы согласно маркетингу перейдете во вторую, в третью, в четвертую матрицы, потихонечку, со всей своей структурой. Но если вы хотите получать намного быстрее, намного больше, то рекомендую, конечно, зайти на 2 и более площадок. И при одних и тех же действиях, то есть вы будете приглашать как на одну матрицу, так и, например, на 3 матрицы, да, одни и те же действия будете совершать. То есть рекрутировать, приглашать людей, работать над этим, да. Но при одних и тех же действиях вы можете получить доход намного, намного больше. Поэтому насчет этого момента я рекомендую вам задуматься и все-таки сделать правильный выбор. Ну, конечно же, смотрите на свое финансовое положение. Да, не нужно вытаскивать последние деньги из-под подушки. Вкладывайте именно те деньги, которые не принесут дискомфорта для вас, что вы вложили, потом переживали, не нужно. Вкладывайте ровно столько, чтобы получать удовольствие от вашей работы, от бизнеса. Хотите, зайдите на первую матрицу, на одну. Я, например, изначально тоже зашла на одну матрицу. Но буквально через 2 дня я прокупила еще 2, потому что поняла, что я делаю то же самое, а доход-то получать могу больше. Ну, я это сделала через 2 дня, я прокупила вторую, третью матрицу чуть позже, буквально, говорю, через 2 дня. Ну, и доход я получала уже намного круче, чем бы я сидела в одной матрице. Вот так вот матрица выглядит в кабинете. Вот старт матрица 001, сделала скрин. Во главе стою я и подо мной мои партнеры. Да, на первой линии у меня уже 2 человека, на второй линии пока еще никого нет, но это девочки у меня недавно зарегистрировались, поэтому я думаю, в скором времени и заполнится и вторая линия, и я перейду на следующий круг в этой матрице. Далее я вам объясню, что за круг, куда я пойду. Итак, здесь я хотела еще озвучить, да, я уже сказала, матрично-бинарный у нас проект, и сейчас вот на экране вы видите наши бинары. Всего бинары у нас 9 площадок. Первый бинар у нас стоимостью также называется старт стоимостью 0,01 биткоина, второй бинар 0,15 биткоина. Вот у меня активированы 2 бинара, я уже здесь 4 месяца в проекте, поэтому активно работаю во всех имеющихся площадках, но пока что в бинаре еще пока на 2, но все еще впереди. Итак, дальше, смотрите, теперь рассмотрим, как начисляется доход в бинаре. Бинарный маркетинг от слова B, 2. Здесь идет начисление по-другому. То есть если вы в матрице, например, получали доход за каждого партнера, упал в левое плечо 5%, получили в правое плечо 5%, потом за каждого по 95% со второй линии, то в бинаре здесь идет немного начисление по-другому. Смотрите, во главе бинара становитесь также вы. Затем, например, вам в левое плечо упала Екатерина. Вам доход за нее не начислится. Почему? Потому что у нас бинарный маркетинг. Здесь идет начисление дохода от схлопывания пары. Что такое схлопывание пары? Итак, в левое плечо нам упала Екатерина. Доход мы за нее не наблюдаем. Многие задаются вопросами, ага, мне упал человек, но почему-то в финансах я не наблюдаю за него начисление. А почему? Потому что доход вам начислится тогда, когда в правое плечо вам упадет, например, Борис. Слева Екатерина, справа Борис, пара схлопнулась, и вам начислился доход. Точно так же уходим на следующую линию, да, вот на следующую линию вам упадет, например, здесь вот Владимир упадет, да, и затем Светлана. В левое плечо они оба упали. Вам начисляться доход за них не будет.
Вам начислится доход, когда в правое плечо упадет следующий партнер. Вот это стоит запомнить, чтобы потом не возникало вопроса, почему нет начислений. И вот смотрите, здесь нам упал Владимир, Светлана, дохода нет. Правое плечо упал Николай, Светлана с Николаем схлопнулись и получилось начисление. Опять снова вправо упадет, например, Василиса, и она схлопнется у нас с Владимиром, снова будет начисление. Вот так вот все на самом деле просто, хотя кажется изначально очень сложным. Бинар выглядит в кабинете вот так. То есть вот бинар старт 001, я показываю на примере своего бинара. Во главе встаете вы. Здесь у меня, смотрите, слева 3 партнера, справа 0. Здесь также справа в кабинете вы можете видеть, сколько людей слева. У меня пока что слева уже 60 человек, справа пока что 0. Вот, и поэтому у меня начислений пока нет, баланс справа 0, и схлопывания еще не было. Это в данном бинаре, в другом бинаре у меня уже начисления были, поэтому система проверена, работает, не переживайте. И вот теперь я жду, когда мне в правое плечо упадут еще партнеры. Жду, пока в моей структуре, да, активные партнеры активируются и придут ко мне сюда в бинар, либо переливчиком, возможно, упадет мне человек от моего вышестоящего спонсора. Поэтому я говорю, здесь у нас, например, в бинаре, многие говорят, что бинар пассив, в бинаре пассивный доход. На самом деле нет, здесь полупассивный. То есть здесь, опять же, есть те же самые переливы, да, то есть за счет того, что от вышестоящих может упасть вам человечек. Также вы должны, ваша структура еще в бинаре заполняется тем, что за вами приходят люди с вашей структуры. И смотрите, я еще хотела подчеркнуть, что в бинаре у нас неограниченная глубина. Место в бинаре 7 миллиардов, то есть рассчитано на все население Земли. Поэтому доход можно получать здесь на постоянной основе и не переживать. То есть это, в принципе, и есть пассив. Но, говорю, активнее и быстрее будет доход получаться тогда, когда у вас будет активная структура, которая будет следом за вами приходить в бинар и заполнять ваши ячейки и схлопывать пары. Вот эта вот бинарная таблица, она также есть в кабинете, вы сможете ее наблюдать, как только зарегистрируетесь. Здесь я хотела бы пояснить. Например, в старт-бинаре нас сейчас более 3000 человек. То есть вот старт-бинар, да, вы видите в заголовке, вот зеленым цветом выделено старт-бинар. Я буду получать не 0,002 за схлопывание и не 0,0016. Я уже буду получать, вот третью строчку смотрим, потому что нас более 2000 уже. Вот за схлопывание пар я буду получать 0,00133. То есть вот, вот таким образом здесь распределение идет. Если в бинаре 0.15 я нахожусь, там у нас более 500 человек, но менее 2000. То есть я смотрю вторую строку. За схлопывание пары я буду там получать 0,024. Вот таким образом можно пользоваться таблицей и знать, какой доход вас ожидает в бинаре. Сами потом ознакомитесь с этим обязательно и научитесь ею пользоваться. Теперь смотрите, есть у нас матрицы, есть бинар. А как в них попасть? Сейчас я вам расскажу, что такое автореинвест, апгрейд и как можно двигаться по матрицам, по бинарам и как это происходит, на каком круге и после каких действий. Справа здесь у нас вот условное обозначение, чтобы нам было понятно, да, что тут нарисовано. Треугольничек красный – это матрицы. Те 4 матрицы, о которых я выше сказала. Синие треугольнички – это бинары. Стрелочка вниз – это автореинвест. Это автореинвест – это переход на следующий круг. Не путайтесь, на следующую площадку. На следующий круг. Стрелочка вправо – это апгрейд. Апгрейд – вот это уже переход в следующую площадку. Ну, знак бесконечности вы знаете. Черные буковки с черными цифрами у нас это стоимость входа на площадку. И зеленые цифры это сумма дохода. Итак, смотрите, вернемся к картинке. Первая матрица стоимостью 0,01, старт матрица, да? Как только вы закроете ее, закроете первый раз, то есть пройдете первый круг, вот запоминайте, да, вот наименование, термины. Закроете первый круг, пройдете, вы автореинвестом перейдете
на второй круг в этой же матрице. И с этого же первого круга вы перейдете апгрейдом в первый бинар стоимостью 0,01 после первого круга. Это в старт матрицы. Затем, закрывая уже второй круг в матрице старт, то есть вы активно работаете, снова закрыли ее, да? Вы переходите автореинвестом на третий круг и уже переходите апгрейдом в следующую матрицу стоимостью 0,015. В последующих матрицах переходы апгрейдом в следующую площадку происходят на втором круге. Для чего это я подчеркиваю? Просто чтобы вы понимали, что в старт площадки в первой матрице вы перешли апгрейдом в бинар после первого круга, а переход в матрицу происходит только на втором круге. В каждой матрице, закрывая второй круг, вы переходите еще и апгрейдом на следующую площадку. И также закрывая каждый круг, вы переходите еще на следующий круг. Количество кругов в матрице не ограничено. Вы можете получать доход постоянно и много, если будете постоянно приглашать, и приглашать при этом активно, да, которые будут, помимо того, что вы будете закрывать матрицы, они будут помогать закрывать вам матрицы и так далее, вы будете продвигаться, и количество кругов у нас не ограничено. У нас есть люди, кто находится на 60 каких-то кругах уже, то есть действительно это на самом деле есть, оно так и работает. Затем смотрите, как только мы с вами прошли все 4 матрицы, вот мы находимся, например, на матрице на стоимостью 0,06. На втором круге здесь мы апгрейдом переходим в бинар стоимостью 0,15. То есть во второй бинар. Вот. Подчеркну, еще раз напомню. Количество кругов в матрице не ограничено. Доход в бинаре я вам объяснила, как получать. Поэтому эту картинку потом можете себе сохранить и иногда к ней возвращаться для того, чтобы объяснять новым партнерам, как у нас начисляется доход. Также у нас есть площадка «Туризм». Чем же круто это у нас? Такой, когда же у нас появилась? Буквально, наверное, месяца два, как появилась эта площадка. И что она предоставляет? Мы, как партнеры компании, можем покупать путевки с хорошими скидками. Помимо этого, мы не только приобретаем себе его, мы можем выступать в качестве посредников и приобретать данные путевки со скидкой своим друзьям, либо родственникам, ну, или знакомым. То есть заказываем здесь, как заказчиком будете вы, получатели будут они. Помимо того, что мы получаем скидки за эти путевки, также нам будут начисления в виде бонусов, в виде биткоина на кабинет. Но подчеркну обязательно этот момент, что начисления будут бонусов этих только после того, как человек съездил, отдохнул, или вы съездили, отдохнули, приехали, и тогда только будет вот приятным бонусом. Вы еще сможете в разделе финансы наблюдать бонус за то, что вы воспользовались именно этим продуктом нашим, как туризм. Буквально недавно, месяц назад, у нас наша компания ввела инвестиционные пакеты. Сейчас очень многие люди занимаются инвестированием, то есть хотят пассивно зарабатывать. Тем более вкладывать в биткоин, в такую самую дорогую криптовалюту мира, да, на сегодняшний день очень выгодно, потому что курс растет не по дням, а по часам, как на дрожжах, и в нее вкладывать очень выгодно. У нас всего 7 инвестиционных пакетов. Минимальный пакет старт, стоимость вложений в него стартовых 0,03 биткоина. Максимальный у нас VIP-пакет, стоимость входа 5 биткоинов. Начисления у нас идут в этих пакетах каждый день. Но вот сейчас расскажу про старт-матрицу, она немного отличается от остальных тем, что начисление здесь идет со следующего дня. То есть, например, вы сегодня открыли старт-пакет, вложили инвестиции в сумме 0,03 биткоина, со следующего дня вам уже будут идти начисления на кабинет ежедневно в течение года. Сколько вы будете получать? Получать будете 30% годовых на ту сумму, которую вы вложили.
Начиная со следующего пакета, начисление процентов на кабинет вы будете наблюдать ровно через 30 дней, как откроете пакет. Вот это вот разница старт пакета от остальных. Затем, начиная с эконом-пакета, есть еще такие крутые фишки, как бонусы. В эконом-пакете, например, да, второй пакет это 0,1 биткоина вложения, также 30 годовых, как и в старт-пакете, но здесь еще в подарок в качестве бонуса идет матрица старт, но стоимостью 0,01. То есть, если вы хотите вот, вложить, да, инвестиции, вы также еще на пассивный доход выйти, то вы можете еще и активно начать зарабатывать, имея старт-матрицу. В классик уже помимо старт-матрицы вы еще получаете бонусом бинар, также старт, ну и так далее. В смарте матрица 0015 и бинар старт 001. Вот таким образом, чем дальше, тем больше. Поэтому у нас еще выгодно брать инвестиционный пакет за счет того, что здесь можно еще и зарабатывать активно, получая в подарок те самые матрицы, на которые вы могли бы, в принципе, зайти отдельно. Но это уже на ваш выбор, конечно. Вы просто действительно, кто-то хочет зарабатывать активно, кому-то нравится кипеть, бурдить в этом всем, в этом сетевом маркетинге, общение, вот это все у нас. Либо просто сидеть дома, либо заниматься своими основными делами, основной работой, да, и просто каждый день вечером, зайдя в кабинет, наблюдать, как падают проценты. Проценты, причем неплохие. Также в инвестиционных пакетах, так как вы там, наверное, в принципе, будете не один, вы же будете, наверное, приглашать кого-то, предлагать, например, ну, может быть, близким кому-то предложить, либо захотите активно развиваться и получать еще доход, находясь в инвестиционных пакетах, вы можете приглашать людей, то есть рекрутированием заниматься, да. И тут есть тоже карьерная лестница, есть уровневые доходы. С этим ознакомиться сможете позже, уже когда зарегистрируетесь. Вот, то есть, находясь, взяв пакет старт, например, вы будете получать доход с первых двух уровней. Став агентом, вы будете получать с трех уровней. И вот дальше, да, можно добраться до голд-директора. В нашей команде уже есть три агента, я точно знаю. То есть, они уже собрали под собой структуру в инвестиционных пакетах именно. Чем групповой объем этой команды составил, например, 10 биткоинов, более 10 биткоинов. Все, их наставник стал агентом. Дальше его цель стать менеджером. То есть здесь есть стимул для развития даже в инвестиционных пакетах. То есть если вы хотите пассивно зарабатывать, то этот доход еще можно и увеличить за счет того, что будете приглашать партнеров и сюда тоже. Итак, ребята, сейчас мы пройдем в кабинет. Я вам покажу в кабинете наглядно, как выглядит кабинет. И посчитаем с вами немножко в цифрах, какие доходы вы будете получать, если вступите в нашу компанию, станете нашим партнером. Итак, мы находимся с вами у меня в кабинете. Кабинет компании Elysium. Вот мой профиль. Здесь вы видите, да, все мои данные. Заполнен. Вот реферальная ссылка, по которой вы потом будете приглашать людей, да, рекрутировать в свою компанию новых партнеров. Итак, вернемся к маркетингу. Вот в кабинет можно здесь вот пройти, нажать на вкладку «Матрицы», и вы увидите те матрицы, в которых вы работаете, и либо активные они у вас, неактивные. Они у меня сейчас активны все четыре, я уже говорила. Давайте вот наглядно просмотрим. Первая матрица 001, да, я говорила про круги. Смотрите, вот первый круг у меня закрылся, я перешла на второй круг. Второй круг у меня еще не закрыт. Точно так же я вам сейчас покажу бинар. Вот старт бинар. Старт бинар я хочу вам сказать, что когда вы будете брать бинар впервые, у вас будет стоять выбор взять один аккаунт, три аккаунта, либо семь аккаунтов. Это, конечно, уже на ваш выбор, но чем больше аккаунтов, тем больше дохода, да, но это уже ваше решение, поэтому не принимайте это как рекомендацию, а просто информация. Вот смотрите, слева вы можете наблюдать, да, я говорила уже, слева людей 63 у меня, справа 7, то есть у меня было 7 схлопываний. 7 схлопываний, я вот получила 7 раз доход.
Это как раз, когда я зашла на 7 аккаунтов, тогда я получила. Вот, и сейчас ожидается у меня со структурой несколько человек, не скажу сколько, кто планирует зайти в бинар тоже. Сейчас сразу стараются партнеры приглашать так, чтобы заходили на старт матрицу и на старт бинар. Почему? Потому что это недорого на сегодняшний день. И нужно поспешить, да, биткоин растет, поэтому старайтесь заходить как можно на более большее количество площадок, чтобы уже потом просто сидеть, активно зарабатывать и не переживать, что биткоин растет, а наоборот радоваться этому, потому что в связи с ростом биткоина растут наши рублевые доходы. Также вот здесь можно настроить, если, например, у меня людей справа меньше, да, я могу сделать направление, чтобы у меня падали люди вправо. Но посоветуем по рекомендациям, да, ставить все-таки галочку, где меньше баланс, чтобы система автоматически распределяла. Вдруг вы забудете проставить галочку наоборот, и у вас люди упадут не туда, куда надо, и не вовремя. Итак, давайте вернемся к матрицам, посчитаем доходы. Смотрите, старт матрица. Вход у нас стоит 0,01 биткоина. Вот. Посмотрим, сколько это у нас на сегодняшний рублях. Вот я уже ввела, ну давайте вот так, чтобы наглядно, да, увидеть. 2455. А, так как это просто конвертер, то здесь приблизительная сумма. Почему она будет немного больше? На обменниках сумма немного больше за счет комиссии. Поэтому, ну, давайте, грубо возьмем, 2500. Просто имейте это в виду, что я сейчас буду озвучивать суммы, показывают на конвертере. Эта сумма может быть чуть-чуть больше за счет того, что в обменниках есть комиссии по факту, да, когда вы будете уже действительно закупать биткоины и регистрироваться, то, возможно, сумма изменится, и к тому же стоимость биткоина постоянно плавает, поэтому не говорите потом, что, ага, в видео сказали 2455, сейчас говорите, что там 2700, хотите обмануть? Нет-нет, мы не хотим обмануть вас, я просто вот сразу предупреждаю, чтобы не было таких нюансов. Итак, сколько у нас выход с закрытие одного круга в матрице? 0,039. Вот если мы взяли старт-матрицу, заполнили 6 партнерами, да, пригласили, матрица закрылась, и мы получили с нее 390%. Помните, я говорила? Сколько это у нас в рублях? В рублях вы получите с одной матрицы, как только закройте ее всего лишь один раз, уже получите 9500 рублей. Круто, правда? А помните, я говорила, если вы прокупите две и более площадок. Давайте посчитаем, сколько мы будем получим, если прокупим, например, две площадки. Итак, 0,01 и 0,015. Это у нас 0,025. Для того, чтобы прокупить две площадки, нам нужно 6137 рублей. Ну, 6200. А доход мы получим, если прокупим две площадки, доход с этих двух площадок. Только с первого круга, представьте себе, сейчас мы посчитаем с вами. Так, 0,039 плюс 0,0585. Так, 0,0975. 24 тысячи, друзья мои. Прокупив две площадки, вложив 6200, да? Вы получите 24 тысячи рублей. Разница большая, правда? То есть вы, если купите первую площадку, одну площадку, вы получите, закрыв ее, 9,5 тысяч рублей. А если купите две площадки, то получите 24 тысячи рублей. Разница... Обалдеть. У меня даже слов нет. Так что думайте, ребят, давайте я... В принципе, я могу просчитать точно так же три площадки, да? Посчитаем? Давайте посчитаем, да, чтобы действительно было видно. Может быть, вы сразу решите зайти и на три площадки. Так, входные у нас на три площадки будет стоить 0,055. Чтобы зайти на три матрицы одновременно, нам нужно 13,5 тысяч рублей. 13,5, запомните цифру. Сейчас будем сравнивать, сколько мы с этого получим. А получим мы с вами 0,039, 0,585 и 0,117. Получим с вами мы, если купим, 52 700 рублей мы получим дохода с трех матриц.
Теперь понятно, да, выгоды, если заходить на две и более площадок. Но это, опять же, я говорю, это смотрите уже на свои силы, на свои финансовые возможности. Ну и, конечно, если вы переживаете и хотите проверить, работает ли. Люди разные бывают, если кто-то не верит, все до сих пор. И можете зайти на одну матрицу, посмотреть, попробовать. И если вы действительно увидите, что начисления идут, то можете потом прокупить и вторую, и третью в любое время. Так, давайте посмотрим инвестиции, да? Я просто покажу, как оно все выглядит, чтобы вы видели. Вот, провалимся в инвестиции, открываются пакеты. Вот они, пакеты. Все здесь, все видно. Карьера. Я не открываю мои инвестиции, потому что я не прокупала. Я просто сняла денежку с кабинета, и сейчас на данный момент в наличии нет у меня биткоинов, чтобы прокупить. Но я обязательно планирую произойти сразу на эконом-пакет. Эконом-пакет я вам уже показывала, да, стоимость 0,1 биткоина, 30 годовых. Поэтому я там скоро тоже буду. Смотрите, также хочу вам показать, да, в кабинете раздел «Финансы». Для чего я вам его показываю? Для того, чтобы вы видели, что здесь все под контролем. Все финансы вы можете видеть во вкладке «История финансовых операций». Любое движение, начисление, вывод средств, внутренний перевод, прибыль по бинару, по матрице. Все здесь у вас наглядно будет видно. Вот посмотрите, здесь есть время, есть дата, сумма какая. Вот начисление за первый уровень в матрице «Старт». Пользователя, имя пользователя, затем вот выводила средства, вывод средств, номер транзакции, вот блокировка средств на апгрейд, я вам говорила, да, про апгрейд, что автоматом система блокирует средства, то есть вот прибыль по бинару старт 0.1, то есть все здесь видно, вот у меня очень много страниц уже, по которым, да, я уже 4 месяца, операций много, поэтому все это можно здесь видеть. Все наблюдать, все под контролем, мимо вас ничего не пройдет. Любое движение в финансах подтверждаете пин-кодом, который придет к вам на почту. Вот, здесь вот в вкладке «Моя команда» вы зависли. Вот, вы можете видеть всех, кто зарегистрировался под вами. Вот, например, я беру вот по своего партнера личника, да, проваливаюсь в ее почту, я вижу, кто под ней зарегистрировался. Под ней, например, у меня Ольга. Открываю Ольгу, я вижу всю ее команду. То есть здесь все под контролем, все видно, все наглядно, абсолютно. Вкладка «Туризм». Давайте посмотрим, как она выглядит здесь. Да, вот. Здесь можно выбрать регион. Я, например, с Казахстана, я выбрала Казахстан, да. Россия, Украина, Евросоюз. Вот. Пакетные туры выбрать. Хотите, вот, отели, пожалуйста. Круизы можно выбрать. Здесь, ну, я не знаю, как еще описать, как это круто. Давайте вот нажмем на Турцию, да, вот смотрите, выезд 28 августа, 8 дней, город Шымкент. То здесь прям все можно выбрать, заказать. Вот нажимаю «Заказать», и здесь вот забиваете данные свои. Контактные данные контактного лица заполняете, например, в том случае, если вы, например, заказчик, да, вы будете свои данные заполнять, а данные о туристах, это, например, те люди, кому вы берете. То есть все здесь наглядно, все видно. Как только вы все заполните, нажмете «Заказать», вам тут же сразу позвонит менеджер, вы все это обсудите, страховки, там, трансфер и так далее, уточнить какие-то вот питание, например, уточнить, там время вылета, все это уточняется, все вы прям по телефону с менеджером разговариваете, и все по вашему желанию, как вы захотите, так и будет. Что еще вам сказать, ребята? Я, например, очень долгое время, я около года в интернете, я в многих проектах была, и уже имею опыт. И могу сравнить, и могу уже понять и принять решение, да, верное для себя, на основе именно того, что я вижу какие-то факты. И здесь вот, сколько в компаниях я была, да, я зарабатывала, да, ну, как бы не сказать, что много, но и немало. Но знаете, самое ценное, я, например, мама в декрете, я уже говорила, бизнес-мама, я вообще банкир.
Но когда я пришла в Элизиум, во-первых, я пожалела, что пришла сюда поздно, потому что меня звали буквально 2 месяцами раньше, до того, как я приняла решение все-таки сюда прийти. И я жалела, что не приняла решение тогда, когда мне предложили первый раз. Почему? Потому что я не знала, что такое биткоин. Мне казалось, это что-то космическое. Мне интересно было зарабатывать евро, рубли, потом доллары, да, потому что я знала, что это. Но на сегодняшний день я понимаю, боже мой, какой была я глупой. Почему? Потому что одно то, что биткоин растет, это такая крутая инвестиция, даже если вы не имеете инвестиционного пакета, вы имеете все равно как, такое понятие, как инвестиция, все равно будет у вас. Почему? Потому что вы, например, у вас сегодня лежит, например, там сколько там, ну пусть будет, вот грубо, да, рублям, один биткоин лежит у вас на кабинете, он сегодня, например, стоит 200 тысяч рублей. Завтра курс биткоина вырос, у вас на кабинете не 200, а 250, хотя сумма в биткоине не изменилась, понимаете, на курсовой разнице есть такие доходы можно, на глазах растут ваши рублевые доходы. Я говорю, я очень жалею, что раньше сюда не пришла. И самое главное, я приняла решение для себя, вступив в компанию Лизиум, что я больше не пойду на земную работу. Профессия, моя специальность банкир останется в прошлой жизни, потому что я нашла себя, я нашла именно то, что хотела. Я встаю, когда захочу. Я занимаюсь именно любимым делом, то, что приносит мне удовольствие. Потому что я провожу время в соцсетях, наверное, как каждый из нас сейчас. Но не для того, чтобы просто полистать соцсети, посмотреть какую-нибудь смешную видюшку или там полюбоваться на милых котят. Нет, я трачу именно это же самое время в соцсетях на то, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Понимаете? То есть и самое главное, что я сама хозяйка своему времени, сама себе. Я вот могу встать во сколько захочу, уйти куда-то по делам, вернуться, посидеть за компьютером ночью, там, когда спит мой ребенок, там. То есть вообще я считаю, что заниматься именно интернет-предпринимательством на сегодняшний день это действительно тот тренд, да? Это круто, и тем более. Если вы действительно уже имеете опыт работы в интернете, то вы должны знать, да, что сетевой менеджер это уже официальная профессия, да, в России ее ввели даже в реестр профессий. Поэтому не стоим на месте. Вот, как сказал Путин, каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому, что пришло время новых технологий. И вот сейчас я, все-таки изучив, что такое криптовалюта, что такое биткоин, как можно зарабатывать, я наконец-то поняла, что такое инвестиции. И я научилась еще, знаете, если я все-таки по жизни была общительна, да, то здесь я, например, нашла этому, как сказать, правильное русло направляя именно свою вот эту коммуникабельность. Потому что здесь построение партнерской сети именно строится на общении. Здесь нужно быть просто активным, общительным, суметь рассказать, предложить. Но хочу подчеркнуть, хорошо, если вы уже имеете опыт работы, опыт общения с людьми, опыт в рекрутировании, прекрасно, то если вы не умеете, да без проблем, понимаете, у нас такое мощное обучение в компании. Здесь каждый новичок, который, вот я, например, бизнес-мама, сижу дома, да, с ребенком, ну, чтоб я умела. Ну, работала я в банке когда-то, но в интернете-то не работала, я же говорю, ничего ж не знала тоже. А здесь такое мощное обучение. И действительно, я когда-то боялась камер, не поверите. Я первое свое видео здесь снимала по заданию своего наставника, двухминутное приветствие. Я просто, мне нужно было сказать, что вот я такая, такая-то, и вот я вот бизнес-мама. Я снимала его 28 раз в течение дня, я переодевалась несколько раз, я нервничала, я, ну, до слез прям. На сегодняшний день у меня есть канал YouTube, свой канал YouTube, на YouTube, где есть мои видео с видеомаркетингом. Я участвовала, например, в чемпионате мира по бизнесу, да, от Артема Нестеренко. Там нужно было снимать видео постоянно. Я сейчас без проблем общаюсь на видео, провожу планерки. То есть о чем это говорит? О том, что я научилась. А научилась откуда? Научилась именно от тех самых лидеров, наставников, которые здесь в нашей компании делятся своим опытом с каждым человеком, с каждым новичком. И я, в свою очередь, уже сейчас позиционирую себя как активный лидер компании, имея структуру, так, на сегодняшний день у меня 262, по-моему, 262 человека в структуре. И я веду свою команду, я их обучаю, помогаю им обучать своих людей.
И помогаю также своей общей команде, да, компании Elysium, да, как и многие из наших лидеров, обучаться. То есть я провожу планерки на какие-то интересные темы, да. И у нас эти планерки проводятся каждый день. Наши активные лидеры, топ-лидеры, проводят вебинары обучающие. Вебинары проводят наши создатели, основатели компании. Они постоянно на связи. Каждую неделю у нас созвон лидерского совета. Они общаются с лидерами нашей компании, наши вот основатели с лидерами нашей компании, обсуждают вопросы от тех вот, например, простых участников, от простых партнеров, да, они передают свои желания лидерам, лидеры потом созваниваются с основателями, обсуждают и вводят нововведения какие-то, прислушиваются обязательно каждому из нас. Вот это самый большой плюс, что основатели у нас здесь открыто работают, и созваниваться можно с ними, общаться, задавать вопросы. И все здесь делается для нас, для народа, как говорится. И еще раз подчеркну, у нас очень мощное обучение. Вот правда. Если даже ты не умеешь, здесь научат. Самое главное от вас это желание, желание зарабатывать, желание работать, желание учиться и развиваться. Я, например, сейчас занимаюсь развитием личного бренда. Что такое развитие личного бренда? Это, конечно, отдельная тема, но вкратце я хочу показать себя в социальной сети так, чтобы меня узнавали. Меня знали. Я для этого завела канал на Ютубе, создала аккаунт во всех соцсетях, да, следую советам наставников и лидеров, которые уже имеют свои бренды. К ним люди идут толпами. Мне тоже люди уже начинают писать сами. То есть я не пишу никому в личку, не кидаю спам, вот такие тексты, там, здравствуйте, пожалуйста, вот вы не могли бы меня послушать? Нет, мне люди пишут сами. Это и есть. То есть я начинаю развивать свой бренд для того, чтобы меня люди узнавали, посмотрев мое видео, поверили мне, увидели, что действительно это так, что это реально, понимаете? Это действительно, я говорю еще раз, я была просто просто мамой, а стала бизнес-мамой. И вот каждый из вас имеет возможность, став нашим партнером, стать крутым интернет-предпринимателем, лидером большой структуры, научиться зарабатывать, быть в тренде, вот, и вырасти как личность. У нас здесь очень интересные планерки, даже проводятся иногда не просто так, вот для технически, да, там сервисы какие-то мы изучаем, там для автоматизации бизнеса и так далее. Нет, иногда мы просто созваниваемся и беседуем, у кого какие-то трудности, может, в общении. То есть даже коммуникабельность помогает развивать. У меня столько эмоций, не передать все то, что какие у нас очень много выгод. У нас уже вчера буквально компания, наша администрация сообщила, что на вчерашний день у нас уже зафиксировано более 23 миллионера, которые перешли вот рубеж за миллион рублей. Рублей, слышите, рублей. Я просто в Казахстане, для меня 1 миллион рублей – это 5,5 миллионов тенге. У нас есть топ-лидер, которая заработала 26 биткоинов. Это около 7 миллионов рублей. Это для меня вообще космос. Но это и цель. Это цель. А я вижу цели, не вижу препятствий, как говорится. Нужно действительно, вот я стремлюсь учиться. Я хочу развиваться, учиться. Для чего? Для того, чтобы больше зарабатывать. И здесь есть к этому все возможности. Все предоставляется. Для партнеров все предоставляется. Обучение, сервисы для автоматизации. Здесь все бесплатно, понимаете? Самое главное, будьте активными. Под этим видео вы увидите мои контакты. Найдите меня в любой соцсети, напишите мне на телефон, позвоните. Скажите «хочу в команду» или напишите в сообщении «хочу в команду». Я отвечу на эти сообщения в первую очередь. Подписывайтесь на мой канал. Жду в свою команду активных партнеров. На первой линии у меня есть несколько вкусных мест, так что спешите. Всем до свидания, увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе событий.